Привет всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это прослушка. У Скриптониты вышел альбом. Альбом получил название 204, и я так понял, это мы сейчас вернемся в те времена. Вот, он уже как-то в сливочном масле упоминал этот год. Я думаю, многие помнят. Многие приняли участие на альбоме. Также здесь, что я заметил, два трека Як. Первый был на доме, тут вторая и третья часть, очень интересно. Ладно, давайте не будем тянуть. И уже, наконец, прослушаем этот альбом. Первый трек «Привычка». Это самый топовый, короче. А первые два самые топовые. Ну, окей, погнали. Стоит 10 лет назад. Правда, тот квадрат был довольно тесноват. Это было нелегко, если вкратце. Я аул из своего много лет тут тепло спотом. Здесь вокруг как будто спид инфо попрать. Вам нужны были хлеб, а мы жарим мясо. Вот почему мне жарится сезонно. Жарят бланты, напаленные пацаны, напаленные мантры. Роксы и бутылки, друзья и их улыбки. Прежде чем попасть в мой круг, прекрати себя любить. Что ты делал, когда палы дали жарить, спала дары, когда блади дали шум, его оказалось мало. Тут роксы и бутылки, друзья и их улыбки. Можешь говорить о том, что я закрывал за собой двери, когда шел сюда и танцевал. Дэнни, много колорита, но шум не карнавал. Телек, какие аппетиты, это белая вдова в теле. Жарится сезонно, рядом жарят бланты. А, так это припев, что ли? Я думал, будет прям что-то прям вот прям, я не знаю, взрыв какой-то. Это лайтово, спокойненько. Но все хороши здесь. Надо будет еще посмотреть, что за кассеты тут. Такое битло лайтовое. Музыка 36. From to the back. Так, что у нас там следующее? Москва любит. Интересное музло, что он мутит. Зло что-то напоминает. Ну, сам сэмпл. Неплохо. Представьтесь, я Шуганайт Айтен. Тупак Шакур. Круто. Во-первых, расскажите, пожалуйста, о том, как вы здесь представляете. Просто я тут глянула на ваших ребят и что-то они ни о чем. Извините, конечно. По-моему, даже я видел это интервью. Если сделал не с любовью, среди братьев каждый делал боль. Я думаю, те, кто знает Тупака, знают, кто такой Шуг Найт. Знаете, чем-то напоминает прошлое его творчество и Урборос, улица 36, который. Так. Продолжаем смотреть обложечки, и мы нашли тут Infinity самого Eminem. Прикольно, где они надобыли всех этих косяк? Дом с нормальными явлениями, вот, нашел тут. Ага. Так, что у нас там дальше-то? Все любят колес, либо на них кататься. У кого-то много денег, у кого-то 20 либо меньше. Стоп, не сойди лайк. Такой чил трек. Займи волну, займи мозг в районе, за тебя поднимут, заеби не то, что может быть. Может быть, не стоит пытаться быть похожим на этих ребят. Все любят колеса, да уж. Кататься, у кого-то много. Колеса – опасная штука. Не вижу другие тут альбомы Скриптонита. Забыли. Киллер.
Скриптонит меняет флоу, он всегда как-то иначе появляется. Каким-то другим всегда старается быть. Рубля, каработ, не минус, кадила, мейбэ, от тревог, номера, цифр нос, шага два, ты не смог, свой город Москва. Шикарно. Еще интерлюдия, танцуй сама. Слышь, ты мне зашло. Крутая интерлюдия. Прям как песня практически. Ок, ок. Прикольный этот сэмпл, эй-йоу, весь, все, ну, на протяжении всего трека появляется и напоминает как раз песни тех времен, ну, когда любили поиграть так с сэмплами, да и музло такое практически. Depeche Mode нашел тут, окей. А где Урбарос, улица 36, там... Это он про масло? Хуй знает. Как думаете? Так. Як. Вообще весь альбом лайтовый особо. Ну тут нет таких прям вау бенгеров. Ищите на лайте, чувак, просто. Просто красавец. Как-то быстро все проходит, да? Ну, для вас-то да, я все урежу еще. Ха-ха-ха. Двигаешь крышу, сделать сквозняк. Як-як. Надень. Прикольная гитарка. Я пленник своей жизни, а не стер. Наши капризы тоже чей-то бизнес. Личные рекорды нахуй кинуть. Телега с братским прохудилась. Дела крыша оправдания. Дела крыша оправдания. Ты куришь их пиздешь вечерами. Но их самих ты не найдешь в этой драме. Семья, семья, семья. Даже если супер занятой, могу пропустить косой, затем другой. Отношения не мешают жилы, не святое, но особенно. Кто четвертый, давай альбом. Сколько можно ждать? Все очень довольно-таки спокойно и интересно звучит. Все по кайфу. Совместочка с Райдой. Я хочу все спрятать, здесь включает сканер. Любишь прохититься, люби возить сани. В любой момент могут убить твои. Завалить могут и най. Жены здесь не могут, это не такой знает. Короткий куплет. Сколько унесла недели, так тебе и стать. Все дома молишь, или как мебель в нем. Тоже спрятал. Ну, припев мне нравится, прикольно. Лайк, по-любому. Альбом уже летит мне в плейлист. Клёвая. MD. Окей.
рыба так крупная, что разорвала твой нёд. Сначала загнала под ним налив, я съебал на, как казал слив. Я стараюсь вести жизненный инструмент. Да, ты, конечно, прав. Эх, я вот веду инсту. Надо меньше уделять времени Инстаграму, а то реально полдня практически я нахожусь там. Я бы сказал, даже такой он какой-то серьезный, депровый и личный альбом. Но я думал, тут будут вспоминаться те времена именно. Может, и треки тех времен, текста. Но тут и новенькие темы. Так, Трувер, кто на телефоне? Трувер тоже давай альбом уже, а то слишком долго ждем. Кстати, в этом году не вышел, блин. Слушайте, ну, интерлюдии мне, в принципе, зашли. А кто это? Красавчик. Немножко странно, конечно, то, что они тут на альбоме. Но так захотел Адиль. Видимо, это тут должно было быть. Сердца из железа. Бит сразу качает. А, ну на должном сэмпл. Я обожаю на должном вообще. Почему не указано, кто это вообще? Ну, что за сэмпл? Ну, в любом случае, еще альбом надо будет прогнать. Не указан сэмпл. Но музло качает. И это пиано нравится. Ну, блин, это дальше в основном музыка будет идти. Ничего себе. Такое приятное музло. Сэмпл, опять же, хорош. Слушайте, это как будто вторая часть, короче, улицы 36. Ну, у меня такое ощущение, оно меня не покидает прям. Скит. Разговор, шорохи. Ой, спасибо, Genius. Надо прислушиваться к этому разговору. Похвастаться. Слушай, он здесь прям вообще, ну, с рифмой хорошо поработал вообще на альбоме. Очень классно. Но он, знаете, что я заметил, он не парился вообще. Где-то по одному куплету, бридж, припев, предприпев, аутро, оутро и куплет. Ну, везде по-разному, конечно, но и такая тенденция, как бы я заметил. Хитрец. Скрип-красавок, конечно, под конец года. Для всех подарок сделал, выпустил альбом. Прикольно. Пока вот этот самый такой, более похожий на Бендер трек.
пушка вообще. Юрик прям вообще огонь. Им зло вообще, конечно, качает. Так, слушайте, ну что я могу сказать? Тут еще два трека, и потом я скажу все-таки. Третья часть. Яка. Вот я бы не догадался даже, что здесь сэмпл This is why I'm hot. Если б не Genius. This is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly. You ain't cause you not. This is why I'm hot. Блин, как популярен был раньше этот трек. Перевод. Круто, спасибо. Так, ну чё, всё, последний трек. Серьёзный должен быть тречок. Последний, выходные, 5:39 идёт. Дольше всех, да? Длиннее всех. Ты можешь осуждать то, как я живу, но заплатить за все с моей кредитки. Да-да, ведь я могу платить за лучшую траву, но платили за свои ошибки. Блин, шикарное музло. Я хочу движения, я хочу, чтобы тряслись девки, разливали хэнни. Все ради движухи вокруг. Припев номер два. Сейчас будет... Только что был первый припев, сейчас будет второй. Интересное строение песни. А нельзя было припев после куплета? А, припев третий еще. Третий припев. Красава. Ну вот и все. Подошел к концу этот альбом. Топовое окончание альбома. Топового альбома. Я думаю, он точно продержится на первых местах. Я пока не смотрел, конечно. Чуть больше года назад он начал записывать этот альбом. В альбоме 24 дорожки, но песен всего 16. Остальные интерлюдии... А, привет от моих друзей. Вот, чё, просто привет. Типа, хей, мы тут, помните о нас. Мы пишем альбом свой. Чё я хотел сказать? Адиль по-любому кайфанул с написания этого альбома. Повспоминал, наверное, те времена, потому что здесь можно услышать старые звучки. Какие-то сэмплы, не сэмплы, в общем, понимаете. И, ну, чувствуется то, что он вот как-то даже, мне кажется, и не напрягался. Он вот, ну, спокойно записывал все это потихонечку, наверное, как-то. И вот так вот с легкостью нам, с простотой представил. Сложно выделить пока какой-то прям один-единственный трек здесь. Ну, я не знаю, я, наверное, потом составлю список. Есть что, вы пишите в комментарии, какие вам песни больше всего зашли, включая интерлюдии. Вот, и еще я что-то хотел сказать. По текстам, я уже говорил то, что рифма у него стала куда интересней. На некоторых треках я сейчас, конечно же, не вспомню. Но иногда я прям сидел, думаю, вау, ты что творишь? Ты... Раньше такого, по-моему, не было. Вот, и темы, ну, по сути, какие-то уже поднимались, о чем-то он уже говорил. Это понятно уж, где-то новое что-то можно было услышать. Я не знаю, зачем три аж части песни «Як», но окей. Альбом не кочевый, он более такой... депровый, личный, меланхоличный какой-то, ну, вот такой, в общем. Здесь нет прям супер крутых качевых треков, ну, парочку только так могут раскачать, но, по сути, все как-то легко слушается. Этот альбом можно спокойно слушать на фоне вообще, заниматься чем-то
и так далее. Не знаю, если мне еще что-то придет в голову, то я допишу, конечно, в описании. А может, нет, не знаю. Спасибо, хочу сказать вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Check it out.